Сильные снегопады, метели, гололед или снежные каши на дорогах. Зима каждый год устраивает для сотрудников депо настоящие испытания на прочность. Но теперь бороться со стихией будет проще. Автопарк предприятия пополнила новая уборочная техника. Часть машин уже отправились на дороги города, вторая будет готова к эксплуатации в ближайшее время, как только транспорт зарегистрируют. Это очень большое событие, потому что это новая техника. Она будет работать без поломок первое время, это точно. Там уже посмотрим по эксплуатации. Затрат на запчасти уже будет меньше, просто на обслуживание, на замену масел, там все текущие какие для ТО. Алексей Сафонов лично оценил состояние новой техники. Глава города посидел и в кабине одной из машин на пассажирском сидении. Среди нового транспорта – грейдер, комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗ, два трактора «Беларусь» и посыпалка для борьбы с гололедом на дорогах. Всего на борьбу с капризами погоды выйдут 6 единиц техники. Грейдер – это как строительная техника, также уборочная техника. Это идет расчистка снега для уборки, летом для строительства дорог – это планировка грунта, планировка щебня. КДМ – это для расчистки города, это от снега идет отвал, плуг. И щетка подметает. Трактор тоже самое идет для очистки тротуаров и дорог. А посыпалка посыпает как дороги, так и тротуары. С прибытием новой техники появились и вакантные места. Дорожно-эксплуатационному предприятию требуются механизаторы и водители. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ДЭП по телефону 99-214. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.